Хочешь сет из перчаток и ножа за 18 рублей? На жиришке из кейса и по 9 рублей, которые выдают лютый дроп. Вадим и кот, который дает 20% депозиту, барабан бонусов и халявный кейс чужой. Все это в закрепленном комменте. Парни, всем здорово. Сегодня я хочу помочь вам убрать удачу, чтобы вы могли четко зажимать и контролить свой зажим. Первым делом мы заходим на полигон. Итак, пацаны, я расскажу вам способ, которым я убрал себе отдачу. И это без всяких настроек телефона, программ и тому подобное. Это все чисто и легко. И, кстати, говорю сразу, это лучший способ, чтобы убрать отдачу. Итак, смотрите, убрал я отдачу, просто делая некоторые упражнения на полигоне, которые очень легкие и очень сильно помогут вам убрать отдачу. Упражнений всего три, сейчас я вам их покажу. Итак, начинаем. Вот первое. Берем АКР и подходим к этой стенке. И отдаляемся на дистанцию минимум от 10 метров. Я встану на 13. Вот, и просто зажимаем в одну точку на протяжении 1 минуты, и стараемся контролить зажим. Это очень сильно поможет вам убрать отдачу. Такое упражнение будет достаточно делать раза 3-4 в день. И если делать только это упражнение, то вы уже заметите результат, но этого будет недостаточно. Поэтому переходим ко второму упражнению. Итак, второе упражнение. Опять берем АКР и подходим к этой стеночке на дистанцию от 10 до 20 метров. И зажимаем по 10-15 пуль в углы этих квадратов с дистанцией 2 кубика друг друга, передвигаясь. Благодаря этому упражнению ваш зажим будет идеальным на любом расстоянии. И последнее упражнение. Пацаны, смотрите. Это упражнение нужно делать двумя вариациями сразу. Сначала ставим подвижные цели и высокую скорость. И зажимаем, переводясь по мишеням, не отпуская кнопку стрельбы, на протяжении 5 минут. Потом ставим низкую скорость подвижных целей и также на протяжении 5 минут зажимаем. Все эти три упражнения, которые я вам показал, каждому из них нужно уделять по 10-15 минут. Этого будет достаточно. И вы уже спустя дня 3-4 заметите результат. Вот и все, парни. Уделяйте много времени игре. И если вы ищете мои настройки, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все мои настройки, мои аккаунты, мой клан, ну и все интересное. Ссылка в закрепе. Всем пока, пацаны.